Здравствуйте, уважаемые друзья, с вами Игорь Юлдашев. И сегодня я в очередном выпуске заметок главного редактора поделюсь с вами о мнении и впечатлениях участия в выставке Heat and Power и PCV Expo 2016. В своем первом выступлении, которое было у нас опубликовано вчера, я рассказал, поделился с вами об общем трендах участия первых дней выставки. Ну, можно сказать, сегодня заключительный день. Знаете, вот на самом деле PCV Expo всегда проводилось 4 дня, и как-то 3 дня это слишком мало, как мне показалось, потому что на самом деле люди уже в третий день начинают собираться, собирать свои стенды, и им не до работы. Конечно, у нас был этот день насыщенный, навстречено впечатление, и знаете, мне даже удалось погулять немножко по выставке. О чем я хотел бы сегодня сделать заметки? Они будут посвящены китайцам, потому что, ну, кто уже посетил выставку, поймут меня. На данной выставке было очень много китайских стендов. Это, наверное, общий тренд, потому что в последние годы на многих выставках начинают выступать китайские производители и предлагать свое оборудование. Для меня почему непонятна данная ситуация, потому что импортозамещение предполагает собой независимость от зарубежных стран. В эти страны входят не только страны Евросоюза или западные страны, такие как США, допустим, или там Канада, но также в них входят и страны восточно-азиатского региона. Как я понимаю, в них входит Япония, Корея и, конечно же, Китай. Почему Китай? Потому что это страна, у которой бизнес без тормозов, они имеют очень большие экспансии, очень большие, конечно, намерения по внедрению в любые рынки. В свое время я делал заметки и писал об этом в статьях, о том, что китайцы очень сильно внедрились на европейский рынок. На самом деле там сейчас очень стройная система субподрядов, так называемого аутсорсинга. Сегодня поставщиками литейных заготовок какого-то определенного оборудования становятся либо индийские компании, индусы, либо китайские компании, которые поставляют не только металлообрабатывающее оборудование, недорогое и в то же время недорогое настолько, чтобы его можно было выкинуть через 2-3 года. Но также компании, которые поставляют заготовку, литейную заготовку, и даже делают первичную механообработку. Так вот, по моим наблюдениям, эта выставка показала, что китайцы нацелились очень серьезно на российский рынок. Знаете, вот давно уже участвую во многих выставках. Вообще моя деятельность выставочная началась с 2008-2009 года. И в те годы китайский стенд представлял собой просто небольшое помещение, которое было облеплено различными бумагами, то есть такими плакатиками, которые можно было здесь оставить и уехать в свой Китай спокойно, не беря с собой никакую там продукцию, которая будет вам мешать в пути. А сегодня же вот я наблюдал на стендах, что очень много было натурной продукции. То есть задвижек, раношаровых, отливок, заготовок, уплотнений очень много было и, конечно же, дисковоповоротных затворов. То есть китайцы настолько очень профессионально начали подготавливаться и обучаться, что они привели даже очень многие переводчиков, удалось даже пообщаться с некоторыми китайскими компаниями. И в принципе они выражают очень большое стремление войти на наш российский рынок. Знаете, вот честно сказать, кроме заметок про китайскую продукцию, про ее экспансию, я могу также отметить про технологии. Мы общались с представителями компании TÜV, TÜV-SÜV, которые представляли здесь свой стенд собственный, и они рассказывали о стандартизации. Так вот, стандартизация Китая, она была ориентирована прежде всего на европейскую, на зарубежную стандартизацию. То есть, иными словами, они проходили стандартизацию в Европе и уже после этого начинали поставлять свой продукт. Так вот, это меня натолкнуло на такую интересную мысль, что сегодня российский производитель может конкурировать с китайским. Действительно, конкурировать уже на равных условиях. Одно дело, что на этом сыграл курс доллара. Очень, конечно, была большая нам подмога с того, что сегодня российский рубль стал дешевле по отношению к европейским зарубежным долларовым валютам. А второе, то, что мы обладаем уже определенным набором технологий и можем поставлять на западный рынок свою продукцию. Самое главное, соответствовать по качеству. Вот с этого момента я перейду к своей второй заметке, которая мне пришла на этой выставке. Это про локализацию. Дело в том, что мы провели очень много встреч и бесед. Второй день у нас был полностью посвящен встречам с производителями и потребителями трубопроводной арматуры. И основной тренд локализации, который мы выяснили в эти дни, был, конечно же, связан с качеством локализации. То есть, понимаете, локализация – это не простой этап становления предприятия или его качественного роста. Локализация имеет несколько этапов, по моему определению. Первый этап – это, конечно, привлечение самих технологий, инвесторов на наш российский рынок.
Но второй этап заключается в контролировании качества соблюдения этих технологий. То есть, иными словами, не все, к сожалению, производители по отзывам, прежде всего, конечных потребителей, сегодня не начинают соблюдать тот самый качественный уровень локализации. Это, кстати, к тому вопросу, который я иногда задаю в своих интервью, что когда переносят локализацию в Российскую Федерацию, к нам в страну, бытует мнение, что в России собирают менее качественно, чем в Европе или за рубежом. Ну, скажем так, этот бич, который надо действительно контролировать очень сильно и тщательно. Потому что, ну, для кого-то секрет, когда говорят, что те же машины, которые у нас собираются в Санкт-Петербурге, они немножко хуже, чем те машины, которые собираются для внутреннего рынка той же Японии или Кореи, допустим, да. Я бы не хотел, чтобы тот же самый случай произошел и у нас в арматуростроении, потому что трубопроводная арматура – это очень серьезное изделие. Это изделие, которое называется валвы. Валвы с английского может переводиться как и клапан, так и переводится как сердце. То есть именно то сердце, которое контролирует поток крови или в том числе поток среды в трубопроводе. Если, не дай бог, с этим клапаном случится что-то непоправимое, то ущерб от этого непоправимого может составлять не только миллионы, миллиарды рублей. Ну, вот знаете, сегодня я на самом деле проводил небольшой анализ встречи также с производителями нефтегазового оборудования, оборудования для нефтепереработки. По нашим оценкам, нефтепереработка сегодня занимает, наверное, наибольший рост промышленности. И те люди, которые поставляли трубопроводную арматуру для нефтепереработки, они все по отзывам говорили, для нас этот год, 2016, был годом небольшого, но роста. И знаете, вот сегодня существуют определенные проблемы также в импортозамещении. Одна из таких проблем является, наверное, плохое взаимодействие между конечными потребителями и производителями трубопроводной арматуры. Когда у нас производятся инновационные продукты, например, мокволтозамещение, или вот компания Anod представила на своем стенде интересные разработки по кранам Orbit, по трехэксцентриковому шаровому крану, как они сказали, эксцентриковому шаровому крану. Но, тем не менее, вот существуют проблемы поставок подобной арматуры на конечные объекты. Потому что рынок нефтехимпереработки, он очень сложен. К сожалению, сейчас пока существует определенная зависимость от технологии, от тех решений, которые поставляются на нефтехимпереработку, в том числе на нефтеперерабатывающие заводы, НПЗ, на заводы по производству того же, допустим, там, карбамида или полимеров. То есть там все зарубежные технологии. И вот представьте себе такую ситуацию, когда вы используете арматуру и оборудование зарубежного производителя, но по программам импортозамещения вы должны поставить российское оборудование. И вам просто предлагают его установить. Если вы поставите себя на место главного механика или инженера, ну, подобное требование будет сравнимо с тем, чтобы испытывать вас на прочность и ваш карьерный рост. Потому что в случае какой-то аварии, первым, кто будет виноват, это будете вы. Если вы помните, вот буквально недавно, месяца 2-3 назад, мы опубликовали новость о аварии на аммиаковом проводе. О том, что главный инженер дал распоряжение использовать старый крепеж для соединения болтовых шарового крана диаметром 25 с трубопроводом. И к чему это все привело? Ну, вот подобные ситуации могут привести на НПЗ. Но вы же понимаете, чем это может грозить тому же главному инженеру. Поэтому вот этот диалог между конечным потребителем и производителем, он должен усиливаться, укрепляться. Первый день выставки PCV Expo и Heat & Power мы провели небольшую бизнес-конференцию. Релиз о ней вы могли уже прочитать на портале armtalk.ru. Ну, пришло по меньшей мере больше 80 человек. Было очень интересно, были интересные доклады. Мне, конечно, лично понравился доклад представителей института имени Губкина, где вот как раз рассказывалось о взаимодействии и роли промышленной революции в нашей стране. Знаете, вот приходишь к выводу, что надо работать, надо усиливать движение вперед и, конечно, взаимодействие между конечниками и производителями. Мы с самого начала нашей деятельности портала «Armtalk» именно на это нацеливались. Сегодня журнал «Вестник арматуростроителя», он узнаваем в различных местах. И очень приятно понимать, что наш труд, он не напрасен, что наше видеоинтервью, видеозаписи не просматриваются и даже цитируются. Поэтому, уважаемые друзья, в завершении сегодня небольшого обзора участия в этих выставках, я бы хотел срезюмировать одну очень интересную вещь. Импортозамещение, локализация движется в нашей стране. Это такой необратимый процесс, который действительно поддерживается уже на самом высоком уровне. И несмотря на то, что многие говорят, что эти процессы начались еще в 2002, 2004, 2006 году, сегодня они получили поддержку властей.
А это самая, пожалуй, необходимая поддержка. И мне бы хотелось посоветовать тем людям, которые имеют отношение к тем же властям или, возможно, имеют отношение к конечным потребителям, задумались над тем, что надо взаимодействовать с производителем на конференциях, на мероприятиях и постоянно изучать рынок. Уважаемые друзья, мы на самом деле стараемся передать вам эту информацию о последних тенденциях рынка. Поэтому смотрите наши видеорепортажи, будьте с нами. И, конечно, я хотел бы отдельно поблагодарить всех тех, кто посетил нашу конференцию, посетил в эти дни наш стенд. А те, кто уделил немножко времени в своем плотном графике и, конечно, смог прийти и пообщаться как лично, так и взять свежий номер «Вестника арматуростроителя». Спасибо вам большое за встречу. Мы не прощаемся, потому что очень скоро мы также с вами встретимся в очередных видеорепортажах. Мы идем вперед, мы движемся к вам. С вами был Игорь Юлдашев. Уважаемые друзья, до новых встреч. Удачи!